Ладно, пошли. Давайте, как и раньше. Кто-то один там где-то с кем-то ходит под сосом, а остальные с термометрами рассказывают, ищут комнату. Кто-нибудь в подвал спуститесь, врубите свет. А он не в гараже случае? А, в гараже, окей. Я врубил. Как его звали? Кто-нибудь помнит? Сейчас скажу. Это Линда Тейлор. Я нашел его комнату. Это классика жанра. Это тупо не жанра, тупо тебя не нашел. Будешь, падла! Килл, 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 он ответил, килл. Сколько ЕМП? Минус, минус, стекайте, минус! Он гивс что-то говорит, килл и гивс. У нас есть улика температуры, и у нас есть улика ответа на радиоприём. Это либо мираж, либо мара, либо демон. О, мой любимый, у меня ультрафиолет и камера, возьмите сейчас все распятия, все банки с солью. Я наблюдаю за вами, за камерой. Ты можешь в камере ЕМП найти истину? Что? Сейчас, окей, подожди. Нет, ту камеру, что вы поставили, не видно ничего. Эм, пизда, фонарь моргает, алё, Ярик. Бачок поти. Блядь, да. Ну, блядь, уходите оттуда, мар... уходите. Текайте нахуй. А, у них минус рация. Так, один жив кто-то. А, их там и нет. Пойдем, пойдем, я за благовониями. Я с благовониями. Пойдем, пойдем. Возьми, возьми благовоние. Вот, белая штука такая. Ебать, фонарик моргает. Парни, парни. Тихо, спокойно. Прекратила. Закрыто, им там не, пиздец. Моргает. Парни, вы живы? Стукуха, охота закончилась. Вы живы? Фаст живой? Умер. Да, слава богу. Ну давай, кидай, дай мне благовония, выкинь их. Дай мне, выкинь их. Вы зажигалки взяли? Да. Ну, я уже свечку зажег. Камеры какие брать? На штативе. Ну, которые в видео. Охота! Бля, мне пизда! Блин, извиняюсь, тогда, ну, земля ему бетоном. Она ко мне идет! Она на меня идет, на меня! Прессев! Прессев. Что ж, здорово. Помянь! Ну, ребят, посмотрите на рассудок зумера. Просто, блядь, ноль. Ну, это как бы смерть. Самая жесткая фигня — это демон. Иони. А для демона, как я понимаю, нужно распятие, да? Меня, да, для всех нужно распятие. Просто когда фаза охоты началась в школе, меня просто на лестнице сержу присев, у Рубер все ничего не держа, не шевет. Свет! Не, ребят, не жопа. Не жопа, ребят. Почему я? Пизда, блять! Где ты? Так, кого-то не стало. Кого? Кто? Скиф? Вроде все живы, я жив. А, Фаста не стало. Я не знаю, где он был, но я слышал, как кто-то щелкнул фотоаппаратом. Ну это он, наверное, был. Если это был он, то мы можем найти его труп. И сфотографировать, получить деньги. А еще он пытался сфоткать призрака, и он даже сфоткал призрака, но игра ему это не засчитала. Можете чекнуть в журнале. Да все живы, блядь. Мы на первом этаже, все в порядке. Да, как бы, если вдруг что-то не так, то ты сразу поймешь. Я кажусь... Предполагаемое место, где Фаст ты увидел, нашел. Пизда, блять, второй! Кто-то умер. Я тут! Ага, скип сейчас... Что ж, давай тогда мы быстро уйдем со школы через черный выход. Давай! Это что за сложность такая? В прошлый раз такой хуйни не было, мы два раза играли. Это интермедиат. Это интермедиат и агрессивный этот, агрессивный приз. Нужно что-то, блядь, попроще поставить, а то мы даже дойти до него не можем. Закинемся колесами и можно вернуться. В смысле, вернуться? Охуеть. Да. Ты что, собираешься уезжать без задания? А, ага. Блядь. Да? Нам придется. Придется вернуться. Как только что-то не так происходит, мы сразу забегаем в любую комнату слева или справа и пячемся в угол, понял? Окей. А выкидывать что-то? Все? Или как? Нет, выкидывать не надо. Просто вырубаешь фонарик желательно и просто сидишь молча в углу. Я возьму камеру, пожалуй. Так, а где она? Смотри, видишь тот свет?
видишь? Ага. На камере свет. Это значит, что где-то там чей-то фонарик валяется. Бля, логично, это где? Это первый этаж. Это первый этаж, да. И при этом тут недалеко выход. То есть это не холл, это не главное здание. Ну, не главный вход. Да, на Смит, you asshole. Хочешь? Да, и здесь это так не работает. Да я в здании бы такого не сказал. Окей. Это не фонарик был, это свет этого. Да, да вот, посмотри, иди сюда. Вот, вот, вот светится этот, смотри. Вот, вот этот вход мы. А где табличка? А где табличка exit? А, вот она сверху. У нас же... Подожди, что? А почему здесь минусовая температура? Блять, это он тут, он тут. Минус, минус, минус. Вероятнее всего, наши возвращались из этого, из лестницы, и там отъехали. Дана Смит, ты меня слышишь? Иди сюда. Дана Смит, ты меня слышишь? О, пошел от... Нет ответа, но она, походу, слышит. Дана Смит, сколько тебе лет? Тихо, тихо, тихо. Дана Смит, а ты сегодня занята вечером? Ну, сейчас, может, попытаемся закинуть вот этот блокнот, пускай он что-то напишет. Дана Смит, напиши нам что-то. Дана Смит, распишись, блокнот. Дана Смит, не атакуй нас. Дана Смит, ты хочешь нас убить? Блять, мы нашли одного. Зигу кинул скифча. А почему рот в паранормальной активности? Мигает, 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 пизда. Она может перемещаться, слушай, потому что вот теперь тут холодно, я ж вижу пару изо рта. Mm-hmm. Это фотоаппарат или видеокамера? Пизда. Да вроде кто-то взял уже. Вильям Дэвис, hello. Я кость вижу, кость. Вот у меня. Не подбирай. Вижу. Ага, не подбирать, нужно сфотографировать по идее. А, первый этаж слева. Да, я нашел куклу Вуду, вот она. Вот она. Да, на сундуке, сундук. Я нашел вторую куклу Вуду. Короче, смысл куклы Вуду в том, что когда вы ее выбрасываете, она сразу начинает лететь в место, где есть призрак. Но почему-то у нас она этого не делает. Капты ты. Пиз. Вот пятый. Выбрось его. Сортир, но... Не, сортир тоже холодный. Но не, все же не. Это коридор вот этот. После лестницы, который идет. Телефон. Ставь свидетелем. Короче, так, это минусовая температура, первый и пятый МП. Уже мы вписали это давно. Но я сейчас еще не... Не есть это, блядь! Блядь! Закройте меня, суки! Вильям Дэвидс, хуй соси. Вильям Дэвидс, губой тряси. О, Вильям Дэвидс, give us a sign, please. Пять! Я его. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да приедет царствие твое. Я ничего не слышу, тут, блядь, пиздец. Пошло. Вильям Дэвид, иди сюда. Вильям Дэвид, иди сюда. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да приедет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Вильям Дэвид, хуй соси. Пиздец, он прям позле... Нет, он за мной идет! Сейчас, секунду, нужно ж призрака узнать, как зовут и прочее. Дэвид Мартин. На первом этаже выключился сам свет. Пробки выбил. Слышь, бузузского колбаса. Да, свет-то был включен, только выбило генератор. Иди нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Иди введи нас в искушение. Блядь, да ты заебал. Ярик, ты там живой? Конечно, я бы уже порал бы. Ну знаешь, если бы тебе ёбнули, ты бы не успел, зар. Не, я зачастую успеваю. О, блядь, это продолжается недолго. Ну вы бы это услышали. Можешь проявиться по коридору? Пизда! Опа, началось.
пизда. Я такое слышу. Где-то вдалеке такая альпы. Все нормально, нормально, включаемся. Скиф живой или ты уже все? Он сдох. Блять. Вот и помер дед Максим. Привет. Да хеллоу, ну чё, минус скиф, блять. Он походу туда пошел, да? Он был где-то внизу, судя по всему. Скир, это Серка, ты слышал, ты сейчас как скиф потух. Да-да-да, я слышал такой, а, бля. Где-то здесь температура колебалась. А, да-да-да-да-да. Ты шо? В коридоре, может? Скиф говорил об этом. А потом сдох. Он просто сидит, короче. Ну, блядь, это все нормально. Там он нас не слышит, наверное. Марк, это у тебя тут 33 рассудка. Да, блядь, сейчас подожди. Сейчас вспомни. Я чё-то чую, что скиф сейчас делает ставки, кто сдохнет. Зумер, к тебе. Огонёк на камере. Нету никакого огонька. Ну так я с сырлю повторюсь. Помянем. 10-10-10. Помянем опять. У вас 4 активности. Нам осталось ребята, определить тип демон. И при... Ребята, это демон оказался. С чего ты взял? А ну расписалось? Да, расписал. Тащи книжку вон, тащи книжку оттуда. Ну чё, живой? А теперь сюда по стороне тёха. Нет, я мёртв, так ему и передай. Ладно, можешь стоять на камерах, я пойду. И вести на небеси, да воцарится имя твое, да будет его царство твое. Да ёб, завались! Свечки бери! Нахер? Ну... Я здесь, ребята, здесь. Давай, 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 мы тут оборону устроили круговую. Свечками все закидали. Кидают свечки. Сэр, где ты сидишь, пора? Да я у входа. А, спасибо. Началось, началось. Свечам, отступайте к свечам. К стенам. У меня просто есть распятие, нам нужно кинуть его. Да забей на распятие, оно того не стоит. Так можно тогда сразу... Я хочу как раз это сделать. А как же распять принято? А. А хочу сообщить вам, что я записываю видео на своих серверах по SCP-SL, так что если хотите попасть в видео, то ссылка в описании. А также у нас открылся второй МРП-сервер.